Всем привет! Вы на канале Летний, и добро пожаловать на продолжение прохождения Outlast. И это уже 10-я серия, если я, конечно же, не ошибаюсь. И что мы будем делать сегодня? Мы будем искать отца Мартина. Как это я делал в прошлых сериях, так я это и буду его искать. Вспомнить бы, что мне надо делать. Потому что я нифигашеньки не помню. Так, отсюда я пришел, да? Да, точно, я отсюда пришел. Ну давайте-ка пойдем, откроем дверь. Посмотрим, что тут есть. Так, в эту сторону открывай, пожалуйста. Не в ту. Так, отлично. Чё я вижу? Ничего такого хорошего пока что я не вижу. Эта дверь открывается ключом. Будем искать ключ тогда, чтобы спрятаться. Но уже монстр будет, да? Но только этого тут не хватало, конечно же. Так, что тут мигает? Это вода, хорошо. Ты почти на месте. Можешь перейти на верхний этаж. Ну хорошо, я иду. Что такое? Это никак не толкается, ничего. Батарейка. Что-то мне кажется, или... Субтитры поменялись, вот эти вот надписи. По-моему, они по-другому немного всегда писали. Или это я настолько давно не играл, что... Что мне так кажется? Это я где, куда иду? Что это такое? Что это за место такое? Так, нам нужно наверх, да? Вот и закрой, пожалуйста, пока что. На всякий случай. Так, для желобов прачечной нужны 3 предохранителя. Так, а где их найти? Как бы аккуратно взять. Найдена батарея. Так, а что делать? Как батарею делать эту? Предохранитель как брать? Так, что-то такое необычное начинается, да, я так понимаю? Ну, хорошо. Откуда я вообще пришел? С этого окошка. Пойдем в это тогда. Тут все сгорело, я так понимаю. Гаря одна. А где эти предохранители, я тоже не знаю. Вот это откроется, нет? Так, ну мы, судя по всему, идем правильно. Что-то вводить в Нейл. Не знаю, что такое Нейл. Но и знать особо-то не хочется. Так, скример. Готовый скример. Так, то же самое пишет. Так, меня напрягает то, что мы прятаться можем. То есть к нам... Сейчас может ворваться что-нибудь. Так, что-то ни предохранителя нету. Ни каких-то полезных особо вещей. А вот. Так, ну один мы нашли. А еще где один может быть? Что-то начинается, да? Чё его не заметил? Это кто, блядь, такой? Кто это? Мать вашу. Как он сюда залез? Так, мне что-то это вообще не нравится никак. Ни чуточки, ни капельки. Ты вообще кто такой, блядь? Так, слушай ты. Он там стоит, да? Что это такое, я не пойму. Это рука или что? Что это за...
Так, отвыкнуть это плохо очень. Так, вот это шкаф, его можно задвинуть, и мы будем знать. Смотри, нет вентиляции, ничего такого. Меня вот этот стул тоже напрягает, он может... Нет, там вентиляции, скорее всего, нет. Ладно, тогда пошли аккуратненько. Судя по всему, за стул можно спрятаться, как бы. Я аккуратно пойду. Там уж если поймает, мы просто побежим. Это, в принципе, не впервые. Мы такой практикуем, как бы, из серии в серию. Так, вот еще батареечка. Вот еще дверца. Дверца, которая закрыта. Которую я пошумел. Так, отлично, отлично. Давайте, побежали. Куда? Вот сюда. И прячемся куда? Куда мы прячемся? Сохранение. Ух ты. Так. Ну хорошо. Неплохо. Кто это вообще такой? Ладно, этот здоровяк. Он бегал там что-то. Ладно, этот доктор сумасшедший. Он тоже бегал. Но вот это еще кто с дубинкой такой? Куда я вообще забежал? Это какая-то отдельная дверь, которая мне ничего не дает пока что. Короче, если он дышит нервно, то он этот где-то совсем близко, я так понимаю. Ну, будем ориентироваться тогда, собственно. Батареек вроде нормально так. Предохранителей только один. Вот это плохо. Потому что я не знаю, где они, в принципе, находятся. Так, давай-ка заменим, чтобы не напрягаться лишний раз. И посмотрим так. Немножко, что тут вообще есть? Так, вроде его не слышно, поэтому потихонечку можно пробираться. Как бы ящики есть. Так, я вошел в эту дверь или в какую? Давайте поставим предохранитель, чтобы... Это я такие шаги издаю, или это он? Так, опять этот Alt-X. Так, давай-ка я поставлю. Буду аккуратно все делать. Так, я сюда ходил. Так, вот это что-то сидит. Чё он? А там вход нет. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Ух, заметил ты, смотри. Блядь, не выключайся, пожалуйста. Ух, какой тупичок плохой. Да ты чё? Да ты чё? Да ты чё? Это закрыто. Так, он какой-то лоботряс. Он вообще нет. Что, куда? Сюда. Давай. Так, смотри. Чё, куда? Куда?
Ой, какой он там медленный. Он обход пока ищет, то, наверное, да, нам очень просто будет сбежать. Но кто это такой, я еще не понимаю. Это какой-то, наверное, этот помощник доктора, это 100%. Так, что у нас там есть? У нас камера ничего не записывала. Так, не пей воду, это мы все читали, тоже читали. Понятно. Где, мать вашу, еще может быть? Это. Как она? Предохранитель, предохранитель. Будем предохраняться, вот это вот все, да? Блять, ничего не видно. Так, ну как раз таки я сюда ходил. Вроде бы, да? Он где-то рядом, я слышу, прям он где-то вот рядом. Так, а я могу так сидеть? А, окей. Это подоконник нас держит, ну окей. Так, я... Залезь, пожалуйста. Вот тут можно прятаться. Под стул. Под стол. Ну окей, я запомню. Так, батарейку заменю. Так, в общих чертах я куда ходил? Сюда я не ходил. Нет, ходил я сюда. Я тут как раз таки нашел предохранитель. Пойдем теперь в эту сторону тогда. А, то тут завалено, да? Чё, заметил? Ух, нихуя. Ну, это ненадолго. Я же говорю, он такой си. Ну, тогда пошли в эту сторону. Собственно. Что-то будем искать тут. Так, сюда можно как-то было бы подпрыгнуть, но что-то я не вижу никакого вспомогательного предмета, чтобы такое сделать, поэтому... Ух, нихуя! Блять, он имеет? Я думал, он не умеет. Ну ладно бы не умел. Он медленный. Так, закрой. Так, что-то сложнячок немного. Сложнячок. А как, а где найти? Ну, эта серия тоже будет не очень интересна. Потому что у меня есть таких ряд серий неинтересных, как 2-1, 8-1. И вот это будет какая? 9, по-моему, 1. Потому что 10 не надо делать. Короче, ладно, фиг с ним. От него очень можно по-хорошему спрятаться. И сбежать тоже легко довольно. Поэтому я не буду особо напрягаться. Что-то прятаться. Мы будем искать напрямую. Вот проблема в том, что батареек мало. И это... мне помешает, скорее всего. Хотя я трогать точно не буду, потому что я уже потрогал одного в предыдущей серии. Это мне не очень-то помогло. Так, ну пофиг. Пофиг, мы просто побегаем, посмотрим, что тут. Что тут вообще где. В общих чертах посмотрим. Пока что ничего полезного такого я тут не вижу. И не слышу никого. Бесполезная просто. Комната какая-то. Стул для прятания. Это я точно понял.
Пошли-ка куда-то еще. Тут точно ничего нет? Нет. Так, вот сюда я ходил, да? Тут он меня прижал, как бы. И чё, ничего интересного нет. Туда я ходил, сюда. Сюда я ходил или нет? Тоже хороший вопрос. По-моему, нет. Хорошо, закрой. Убью. Убью, убью. Нихуя ты, блядь. Блядь, это что такое? Это как выбраться отсюда? Ух, нахуй, закрой просто. Фу, нихуя вы тут. Нихуёвые. Так, срез какой-то. Куда бы спрятаться по-быстрому? Так, хорошо, я нашел какой-то новый вход. Он пиздец какой, а... длинный. Это что такое? Там еще какой-то с ножом стоит, с топориком или чем-то. Я тоже не понимаю, что это такое. Так, главное, чтобы он меня тут не нашел. Ну, он такой. Медленный. Это не доктор, который бегает как сумасшедший. Так, чё я батарейку трачу-то? Так, ну пошли. Куда хотя бы, я не помню. Блять. Ох, блять. Ну что ж такое-то, а? Что ж такое-то? Так, я сюда как раз-таки шел. Отлично, закрываем дверь. Блять, закрываем двери, закрываем. А не оставляем их. Ну хорошо. О, там можно было, наверное, протиснуться. О! О, о, закрыть. Еще, еще. Хорошо, вижу предохранитель где-то тут. Сейчас подождем, пока тот смотается отсюда. Заранее извиняюсь, если у меня там слышны какие-то грюки на фоне, потому что, да, я слышу это, и если вы слышите, то что это такое там мигает? Дождь. Последняя батарейка, это мне не очень радует. Но я что-то вижу. Батарейку. Хорошо, камин этот не залазит он. Так, вот тут можно ныкаться. Ну, тут, в принципе, много мест, куда можно прятаться. Так, еще предохранитель. Не, ну это уже какой-то... ритуал, это уже перебор. Да, перебор. Так, еще куда можно побежать? Вспоминай. Вспоминай, башка дурная. О. Кстати, можно как-то через щель посмотреть, есть ли он, нет. Так, он что-то ломал, дверь ломал. И перехотел ломать, ну ладно. Это нам только на пользу. А как открыть? Так, эта вода меня сбивает с толку. Я сюда не пролезу. А сюда что? Ух, сколько батареек! Да это просто замечательно. Еще такого ни разу не было. Так, сюда я смогу заныкаться, нет? Нет. Окей, куда-то сюда надо идти было.
Чтобы что? Спрятаться. Блин, ну чё, меня слышит или чё? Так, это выключись. Подождем. Мы никуда не спешим. Ну, в принципе, знаете, эти градки не особо-то такие, чтобы там ничего не увидеть. Там же как бы видно все. Хотя ладно, подумать, труп какой-то. Хорошо, он ушел. Типа ушел, может быть, я не знаю, так ли это. Блять. Как ты меня замечаешь? Закрой. Хуям. Пойдемте вставим этот предохранитель. Так, отлично, пойдем прятаться. Куда-то. Куда? Не знаю. Но я территорию изучаю. Так, сюда плохо прятаться, поэтому да. Оп, пойдем сюда пока что. Подумаем. Подумаем. А ты пока что можешь рассказать, чё как дела. Я это буду спрашивать тебя постоянно. Потому что, как бы, да, это важно. Узнать, как у тебя дела, как у тебя чё. От чего я, собственно, ключ ищу-то? Я уже и не помню. От какой-то двери. Или от чего? А чё-то я ищу ключ какой-то. Да, от двери, двойной, по-моему. Ну, хорошо. Я еще в той стороне не обследовал, так что... Будет полезно туда побегать. Будет полезно побегать. Это вот куда? Это вот как раз туда. Ну, не как раз туда, но по дороге. Вот сюда. Было бы хорошо, если бы можно было сохраниться самому. Потому что обидно терять будет два предохранителя. Так, как раз таки в эту сторону мне надо. Так, уйди, пожалуйста. Уйди, пожалуйста. Так. Я сюда был, сюда заходил. Закрой. Пока что пофиг на него. Забаррикадируемся. Надеюсь, он не выломает их, потому что как бы да. Хотя я спрячусь на всякий случай. И музыка кончилась. Хорошо. Напряженная музыка, конечно. Это я такое люблю. Так, он двери так и не доломал. Боже мой, как ты страшно их отодвигаешь-то. Так, Вальридер. Приглашение на... Вальридер. Окей, я тебя понял. Так, куда мы там не пошли еще? Думаем. Вот тут заблокировано так и было. Блять, он там лазит. Окей. 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 Пошел туда. Надо, чтобы он полностью отсюда, собака такая, вышел нафиг. Чтобы он мне не мешался под ногами. Ключ, к чему ключ? Я вообще не помню. Точно к двери какой-то. Там, где рядом была эта дверь. Ля, какой бежит, бегун. Бля, а как ты пробежал сквозь? Давай заменю, потому что меня напрягает это. Так, вот тут можно прятаться. Где-то тут еще предохранитель есть. Пока он там шароебится, я сюда пойду. Может, найду что-нибудь. Может, а что-нибудь и найду.
Так, ну тут я был. Пошли-ка сюда тогда. А тут я тоже был. А чё я упустил? Сам не понял. Вон там как-то надо залезть. Но как? Это нам еще многое нужно узнать. Ух, да. Это нам еще нужно многое узнать, многое разведать. Я, наверное, обрежу, чтобы ты там долго не ждал. Блять, ну где? Да, обрежу, конечно же, обрежу. Похер вообще. Это закрыто. Ну да, то нам бы как бы залезть надо было бы. А вот сюда может залезть, нет? Нет, он сюда не лезет. Да, пропал. А я так пропал. Давай-ка ты мне тут не будешь это. Ой. Ой-ёшеньки. Ой-ёмашеньки. Вот тут что-то есть. Что-то есть, нашел. Не надо больше. Блять, еще один идет за мной. Давай-ка ты мне это тут не будешь нудить, и я сбегу маленько. Побыстрей, блядь. А! Тупик какой. Точно. Заметил же. Печально. Закрой. Опа. Пошел ты нафиг. Я успею. Успею же. Ну-ка, быстрее, блядь. Куда? Блядь, куда? Что делать? Пройдите через верхние этажи, чтобы, ну, блядь, а как, что это такое? Блядь, чё делать-то? В смысле? А как ключ достать? Ой, не замахивайся, пожалуйста, я тебя умоляю. Ты такой жалкий. Блядь, куда бежать? Чё делать? Что случилось? Я не понял. Опа. Закрой. Опа. Задвинь. В смысле? Что это было такое? Это мне надо было успеть? Бля, я что, просрал, да? Блин. Печалька какая. Серьезно просрал, что ли? А ну-ка, давай-ка ты мне это тут сохранение последнее загрузишь. И я попробую как-то вот это вот как. 08, да? Сохранялочка, а я когда сохранился? Подожди-ка. 17.08. Сейчас как? 17.09. Дай-ка 07 тогда. Так, по-быстрому ловим. Ключик. Ну-ка. Ну. Блядь, нет. А как? Что делать?
Чё-то я не догоняю. Маленечко. Так, нам нужно на верхние этажи, я так понимаю, да? Чё-то я маленечко не догоняю. Типа это открылось, нет? Лифт, может, работает? Да нет. Ну каким ключом я всё-то потерял его? Блин. В смысле ключом? А как ключ достать? Он же упал с этим вместе. А может он упал? Типа я могу собрать его откуда-то тут? Да, блядь, не в эту сторону-то, ну. Так, что-то ты мне это... Путаешь меня. Я хоть правильно иду? Потому что мне кажется, что нет. Блин, как сложно-то. Ой, это же это. Да? Где этот бегал за нами? Громила здоровый такой. Блин. Или нет? Или чё? Я что-то нифига не понимаю. Я типа вернулся назад, сломал все, да? Чё-то я не докуриваю, блядь. А не, все хорошо. Так и надо было. Идет сохранение. Вот это я, если бы не пошел сюда, я бы не догадался. Опа, опа. Опа, пиздец. Нет, не пиздец, хорошо. Хорошо, как минимум что-то сделали в этой серии. Закрой, закрой, за собой закрывать нужно, это 100%, всегда нужно так делать, закрывать за собой. Ой, блядь, тут все поломано. Так. Что такое? Чуть-чуть коленка разбил. Идите по кровавому следу, ух, как. А какой кровавый след, может быть? Ух, батарейки, батарейки, это я люблю такое дело. Кровавый след. Куда идет кровавый след? Угу. А батареечку, может быть, какую-то найду тут. Нет. Нет, нашел. Нашел батареечку. Хе-хе-хе. Как же я этому радуюсь. Я просто... Просто радуюсь батарейке. Это настолько глупо. Но и настолько... Радостно. По кровавому следу. А куда след идет? Вот сюда идет след. Ну-ка, пошли по следу. По кровавому. Вот это кто такой? Это что за гости такие? Так, батарейку заменить. Что это за гости-то? Вот тут прыгать надо будет. Или что там дальше есть? Ну да, прыгать. Попрыгаем немножко. Что-то кого-то мучают там. Печально, плохо все. Как спрятаться? Спрячься, ну? Что, в текстурках застрял, что ли? Что такое? Это я куда залез вообще, блин? Чтобы спрятаться. А чё я сюда залез-то? Пока никого тут не вижу. Если честно.
Да и ты тоже, наверное, не видишь никого. Нифига себе! Как я так провалился-то неаккуратно? Ну блин, только этого еще не хватало. Только не хватало провалиться мне. Так, батареек что-то много встает. Там что-то мигает. Это окно, наверное. Ну ты, блин, как так-то, ну? Пол прогнил уже давным-давно, надо менять было. Но, видимо, никто этим заниматься не хотел особо-то. Так, вот сюда я смогу подняться. В дырку провалился, ну как так-то? Так, надо смотреть под ноги. Вот дырка, собственно. Кровавый след. Смотрим под ноги. Прячемся. И смотрим. Так, вон туда вход. Вот тут выход. Там что, окно? Так, что-то полезное может есть в этой комнате. Батареечка. О, документики. Документики мы читаем, как бы, всегда. Выдержка из дневника Ширли Пирс. Пациентка лечебницы Маунт Мэссиус с 1952 по 1964. Как я могу забыть, откуда взялись эти порезы? Они так болят даже теперь, как много дней спустя. Доктор Ньюхаус сказал, что я виновата сама, поскольку подсознательно сопротивляюсь гипнотерапии, но я так хочу скорее поправиться. Не знаю, как я могла сделать такое с собой. Доктор Ньюхаус говорит, что это просто иная форма моей постельной истерии. И бедный Брюс, я заставила его так страдать. Осторожно попыталась спросить у миссис Джексон, не было ли у нее с мужем подобных трудностей. Но она не выносит подобных разговоров, и ее муж тоже нашел утешение с женщиной помоложе. Я знаю, что доктора нам желают только добра, а благодаря помощи людей из правительства, которые присоединились к персоналу, я вообще нахожусь в самых лучших руках. Мне нужно просто принять таблетки и лечь спать, с надеждой, что сегодня сны окажутся приятнее. Вот такая-то фигня происходит этот дневник, записка из... Да, не удивляюсь, что я такое делаю, потому что там звуки противные на фоне всяких петухов, блять. Меня это совершенно не радует, но что поделаешь, я их никак не закрою. Только вот такими та-та-та-та-та-та. Пара-пара-па-пам. Нафиг я такое делаю, я не знаю. Как бы без батарейки немного видно, поэтому. Так, а сюда я пришел. А сколько мы играем? А кто-нибудь помнит, где сохранение было? Я вот тоже не помню. Ай, ладно. Что-то сделаем еще и заканчиваем серию, короче. А что-то я сегодня испугался, да, что-то? О, Вальридер побежал. Так, а след крови кончился-то? Ну ладно, пойдем налево сначала. Так, мужичок, батарейка. Отлично. Жду сохранялочки, прятаться могу. Только вот от Вальридера, наверное, да? О, еще батареечка. Так. Что-то как-то спокойно слишком, нет? Что-то мигнуло, нет? Ой, это не страшно вообще. Того скримера и то я на всю жизнь запомню, наверное. Который выбежал мне перед глазами прям. Ой, там что-то есть. Ой, там что-то есть. Блин, это ты опять с дубинкой?
Там было сохранение, да? Блядь, о, пошел. Окей, отлично. Ой, нифига. А чё вы, мужики, там делали? Я думал, ты там один был. Ну, чуть-чуть ошибся, бывает. Так, давай-ка мне тут это, не это. На этом мы, собственно, и закончим. А в следующей серии мы уже продолжим проходить вот это вот все. Как бы да, ты понимаешь, да? Вот такие дела. Всем спасибо за просмотр, спасибо, что смотрели эту игру. До новых встреч, собственно, да.